Октябрь в округе посвятят профилактике гриппа. По данным Роспотребнадзора, почти 95% гриппующих не делают прививки. У тех же, кто позаботился о профилактике, заболевание протекало в легкой форме и без осложнений. Сейчас врачи занимаются вакцинацией. Только за прошлую неделю в Югре прививки от гриппа сделали более 85 тысяч человек. Четверть из них – дети. В сезон гриппа и простуд наша съемочная группа выяснила, какие меры профилактики простуды и гриппа предпринимают югорчане. Какие меры профилактики предпочитаются в сезон простуд? Ромашку, в горло фурацилин и физраствор еще тоже брызгу в горло. Может, чай какой-нибудь. Что там еще? Чеснок. Делать зарядку утрами и обливаться холодной водой. Следить за здоровьем самому, как говорится. Больше чай с лимоном пить, малиновое варенье. Добавлю, в Сургуте медпомощь станет доступнее. Уже в начале следующей недели откроют филиалы детской и взрослой поликлиники прямо в жилом доме. На сегодняшний день в медучреждении уже сделали ремонт, завезли мебель и всю специализированную технику. Детское и взрослое отделение смогут принимать до 25 тысяч человек. Это поможет разгрузить поток пациентов в городской поликлинике.